Всем очередной привет. Сегодня у нас обычный будний день. Опять я начинаю свою историю именно так. Посмотрите, в каком живописном месте я сейчас нахожусь. Сегодня мы выбрались на разведку вместе с моей коллегой Надеждой. Новое для меня место – это граница Северского и Абинского района. Такой вот интересный ландшафт. Километров как 20 уже отсутствует сотовая связь. Связи с внешним миром абсолютно никакой. И вот здесь вот мы очень далеко поднимались, очень высоко. Долго мы шли. Мы шли через дубовые леса и пришли высоко в горы к молодым соснам. Очень красиво здесь все так растет, расположено. Такие живописные ландшафты. И сегодня мы собираем вот такие грибы. Я уже немножко наполнила на донышке свою корзинку. Это у нас маслята. И решила для вас поснимать. Обратите внимание, вон там под елочкой они прячутся, под молодыми сосенками. Сегодня мы собираем вот такие вот грибочки. Итак, напомню, последние числа ноября. Почти декабрь на носу, а мы собираем грибы. Пожелайте нам удачи, потому что время уже, можно сказать, вечернее. В лесу начинает уже смеркаться. У нас очень мало времени для того, чтобы насобирать грибов и показать их вам. Поехали. Грибочки трудовые, если так можно выразиться, потому что не растут они сейчас огромными коврами. Все сливается, листья яркие сейчас разных цветов. И грибочки, кажется, что ты вроде идешь и видишь гриб. Смотрите, какой чистенький масленок. Кажется, что это гриб, а на самом деле это листики, потому что сейчас очень влажно, сыро. Да, все кажется грибами. Тем более на улице сегодня пасмурно. Очень большой, кстати, отход. Гриба много очень плохого. С червячками уже, даже если маленький, все равно надо проверять, смотреть. Бывает так, что смотришь, ножка чистая, а там и внутри жители сидят. Вот этот вот прям мой любимый размер. Малыши, такие в баночку просто идеально. Очень много разнообразных грибочков. Мышата, мокруха. Но мы сегодня целенаправленно собираем только маслята. Поэтому все внимание на рыжие пятнышки в листве. Где-то я тут видела грибочек. С этой стороны не видно ничего. Будем искать сейчас. Вот она. Ох, жирный. Класс. Бедненький тут из-под камня. Ох, какая там была нога. Он у меня развалился, пока я его вытащила. Не очень удобно. Да, но гриб был чистый. Тем не менее, относительно. Второй лезет. И они такие все коренастые, но скользкие. Грибы появляются абсолютно внезапно. Смотрите, их не видно. Вот прям один и второй рушит камень. Прям кусок камня отвалился. Вот чистенький масленок. Ух ты! Правда, прям из камней. Частяк. А здесь вот точно как будто камень. Так бы прошла и не заметила. А на самом деле гриб. Вроде и морозы уже были. А здесь грибам все нипочем. Идешь то ли камень, то ли гриб, непонятно. Серьезно, здесь косогор. И именно здесь, под соснами, в таких вот камнях, прячутся вот такие вот молоденькие, классные, свежие малыши. Кристинки на баночку. А здесь прямо в листве, в кустах, вижу двух маслят. Бедненькие, прорываются. А,
я их выдрала вместе с кустом. Так, аккуратненько. Чистый. Он этого стоило. И второй. Будь чистеньким. Да. Чистый. Я увидела маленького малыша. Хотела полезть его забрать. Но малыша не буду, он совсем как рублевая монетка. А если бы не полезла сюда, не увидела бы двух больших. Маленькие оставляем, пусть растут. Но малышей прям маленьких не берем. А вот побольше прям козырные экземплярчики. Ой, прям свежачок. Смотрите. Шикарные образцы. А малышей оставляем пока. Тут под сосенками такие полянки очаровательные. Видно, что кто-то недавно гулял. Видно, что смотрели грибочки, потому что есть обрезки. Но тем не менее, что маслятам нужно? Пара дней, 1-2 дня, и все, и они выскакивают обратно, если погода позволяет. И прям, ну прям хорошенькие, мне прям нравятся такие грибочки, такого маленького размерчика. Прям приятные находки сегодня. Здесь прям протекает горный ручеек, и они прям хорошо подпитываются этой водичкой из ручейка. Им тут влажно и хорошо. Умело прячутся маслята от листиков по цвету. Не отличишь. Но все чистые. Особенно здесь под ветками елочки этой сосны. Все чистюля. Пахнет тут, конечно. Супер. Здесь какое прям соседство. Мышата, масленок и мокруха. Три вида грибов, которые любят расти в соснах. Одновременно. Вот, смотрите, ну как вот они сливаются с местным ландшафтом. По цвету не отличишь. О, еще один пока сюда лезла, нашла масленочек. Чистенький. Ну и куда же без рядовочки? Рядовка надломленная. Уже я насобирала ее столько, вон ее под листвой тут. Много очень, смотрите, вон спряталась. Вон, вон. Я уже много насобирала, мне уже не надо. Получается, у нас масленок, мышата, надломленная, мокруха. Все эти грибы растут с ноября по декабрь, плюс-минус, в сосновых лесах. Такая классная елка. И под лапами маслята, как шарики торчат. Я не знаю, как сейчас... Полезу туда, окунусь в елки и достану сейчас. Вот, тут несколько. Они такие мягкие, приятные. Тут одеялка. А может даже не несколько, а больше. Ух, такие они прям как шарики здесь. В иголочках прям вот этот вообще даже не раскрылся еще. В такой прям хвое. Да, посмотрите, их на червь есть. Нормальные. 4 штучки полезла, достала. Класс. От мала до велика. И дождей воды в речке поприбавилось. И прям слышно, как водопад шумит. Но я так думаю, что это водопад, судя по звукам. Где-то здесь рядышком с нами. Но мы туда не пойдем, потому что у нас мало времени на сбор грибов. Ой, они такие прячутся прям вообще. Только залазь с елки, да ищи. Ох, и очень скользко. Все мокрое вокруг. Толстоногие какие, чистюли. Так потихонечку гляди, в корзинке поприбавится мелкоты. Надо
корзинку тащить. Потому что в этих камышах их и правда много. И они такие скользкие, их руками не донесешь. Самые натуральные камыши в лесу. И в камышах маслята. На горе камыши. Я такое никогда не видела. Причем маслята зачетная. Классная. Их тут очень-очень много. Маленьких. Совсем прям кнопочки большие. Замечательные. Ну, хоть в этом году с маслятами нам просто везет. Прячутся под этими листьями толстожопики. Где-то вот еще один увидела. Ух, какой. А, прям бочоночек. Ну, чем мельче, тем червивее. Обязательно. Какие они классные. Молочные. Молочные еще. Шляпка такая закругленная. Классные грибы. Масленок зернистый. Самый что ни на есть кубанский. Вот эти, ребят, очень высоко находимся. Но здесь еще выше. И вот там вот на горе в соснах Надя нашла очень много грибов. И мы с вами сейчас отправимся их посмотреть. Здесь просто масляточный клондайк. Я внизу оставила корзину, потому что у меня там тоже много грибочков попадается. Маршрут здесь, как видите, очень-очень сложный. Высоко. Камни. Да. Куда? Так. Идем смотреть. Хвастайтесь. Кроме этого, то, что два ведра, хотела ведро, посмотрите. Вон два. О! И туда подъем. А там? Да, вот смотри, на, и режет. Нет, у меня там корзинка внизу осталась. Нет, и ножик там остался. Все, 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 я вниз пошла. Ничего себе, сколько тут под елкой. Вот два режь. А там кто дорежет? Вот это класс! Вы такое видите, сколько грибов здесь? А сколько еще неисследованного? Вообще. Прям на камне. Я пошла дорезать свои. Вон там далеко внизу моя корзинка. Нет, так нечестно. Честно, честно. Смотри, сколько. Смотри, там подъем. Вот я сейчас дособираю и приду дособираю. Хорошо. Виды, конечно, потрясающие. Класс. Зима, да, казалось бы? А мы грибы косим. Круто. Какой там верх? У меня тут своих вон недорезанных просто море. Успеть бы это все собрать до темноты. И большие, и малыши. Каких только нет. Смотрите, ножища и чистые, все чистое. Малыши даже не снимаю уже, их не беру. Их очень много. Вот такие вот прям козырные, видите, какие чистая нога. Сколько мяса. Классный. Спряталась под веточками мокруха. Тоже берем ночью. Хороший грибок. Почему бы нет? Ух! И попрятались. Классно. И тепло, комфортно. Под лапами. Все чистое, чистое. Гиганты просто здесь прячутся. Никто их не ищет. Никто к ним в гости не ходит. Нас ждали. А мы пришли
большими корзинками. Классно. Они такие скользкие. Красота. Смотрите, какой камень, как метеорит. Дождем поумывало. Видите, какие кратеры. Здесь прямо порода. Все иссечено природой. Но уникальное место, конечно, такое вот место силы, я бы назвала его. Ели, елки, сосны. Ну, вообще атмосферно так достаточно. Ой, хоть бы не свалиться отсюда. Маслят очень-очень много. И одно радует, что они мелкие-мелкие, как кнопочки, знаете, как гвоздики. То, что их еще должно быть. Так что это прям очень радует. Когда у всех мороз и снег, а у нас грибной сезон весь впереди. Но мы тоже долго сидели без грибов, поэтому не в обиду всем остальным. Сначала вы собирали, а теперь наша очередь. Вот и червивые попадаются. Есть такие товарищи. Ну, ничего. Серединка в основном. Ножка. Ножку можно и обрезать. А так гриб неплохой. Это дырчатые оставим, конечно. Такие, что более-менее можно обрезать, те обрежем. А которые совсем с дырочками, те, конечно, брать не надо. С мясом мы не едим. Ох, темнеет как быстро. Какой же короткий осенью-зимой световой день все-таки. Зато корзинка-то пополняется. Надо бы к 4 часам успеть, потому что после 4 уже будет сумеречно, а нам еще очень высоко и долго спускаться. А спускаться скользко, и когда корзинка будет полная, это будет не очень приятно. Грибов, видимо, и видимо, а вид какой, посмотрите. Вот там вдали, сзади остался Супербаш. Красота. Представляете, как мы сейчас высоко? И камера просто не передает всей этой красоты. Какое там облако сидит сверху. Здесь так высоко, что дышать сложно. Настолько вот разряженный воздух. И грибов полно. Красота. Было бы время, чтобы все это еще обследовать, конечно. А, это рядовка. Да ладно? Да. Кажется, как масленок, и рядовку сегодня уже не берем. Снимаю бегом-бегом, потому что уже прям хорошо так сморкается. Но вот эту семейку я не могла вам не заснять. Смотрите, кабанята такие прям, ух. Половина, конечно, червей, потому что, видимо, на горе. Надо тоже все проверять и смотреть. Вот этот чистый грибочек. Вот этот вот немножко покусанный. Жалко, конечно, вот такие... Прям они многие червивые. На и прекраснейшей ноте мы сегодня заканчиваем нашу короткометражную разведку. Вот такая вот у меня корзинка получилась. Нормально. И пол большого ведра у Нади. Мы довольны. Пробежались, грибы есть. Работа на вечер обеспечена. Поэтому мы с вами прощаемся. Всем пока.